Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и мы с вами продолжаем нашу новую рубрику, где мы с вами разбираем и пытаемся спрогнозировать матчи НХЛ, плей-офф, квалификации. Неважно, вы пишите в комментариях, какие игры вы хотите в подобном разборе, и мы с вами это, естественно, делаем. От вас лайк! 1500 лайков выходит следующая серия. Ну а сегодня у нас, по вашим просьбам, Рейнджерс Каролина. Сейчас на ваших экранах стартовые составы этих команд. Понятно, что я геймпад в руках не держу, ни за кого не играю. Так же, как и вы, вместе с вами реагирую на то, что происходит в этой встрече. А помогает мне в создании всего этого проекта вам известный уже Дамир, который делает команды КХЛ в НХЛ 20, играет за них. А вы можете по ссылочке в описании перейти на его канал и просто передать ему там привет от меня, если еще захотите подписаться. Прошлая серия есть в описании, там Питтсбург против Монреаля, или вот здесь по подсказочке. Обязательно посмотрите, там тоже поставьте лайк и порекомендуйте своим друзьям. Напоминаю, что серии в квалификационном раунде идут до 3 побед, поэтому стартуем. Ну и естественно не забываем, что на матчах НХЛ можно подниматься по ссылочке в закрепленном комментарии, сайт OneWin, на котором огромные коэффициенты и широкая очень линия, вы там любой матч на свой выбор можете найти и, конечно же, зарядить на одну из ваших любимых команд. При регистрации не нужны документы, вывод средств в любой валюте и нет никаких скрытых комиссий. А по промокоду WABON ты получаешь 200% бонусов. Уникальное предложение, которое ни одна другая БК тебе не сделает. Короче, удачи! Что ж, Рейнджерс Каролина, вот такой вот у нас матч, вот такая вывеска, и вы понимаете, что Рейнджерс могли не попасть в это плей-офф, пока здесь еще идут сумасшедшие уже моменты и быстрый вот такой динамичный монтаж мы с вами наблюдаем, но при этом я буду успевать вам обо всем рассказывать, не переживайте. Гол! Гол у нас происходит, Нью-Йорк Рейнджерс, неужели Бучневич? Да, по-моему, это наш парень забивает первую шайбу. Да, Паша, именно он открывает счет. 89-й номер. Смотрим на этот момент. Бросок и на добивание. По-моему, с неудобной здорово действует наш игрок. И 1-0. Вот так вот Нью-Йорк начинает вести в этой серии. Вы, кстати, пишите в комментариях, как, по вашему мнению, кто фаворит. Вообще, можно ли здесь найти фаворита? Хотя я еще не продолжил свою мысль, что Нью-Йорк мог не попасть в этот плей-офф. И тут же меня опять перебивает забитая шайба. Теперь уже Каролина сравнивает счет. Прям как в матче Вашингтона с Каролиной. Очень быстро отыгрываются. Матч предсезонный, я имею в виду. Ну, перед началом вот этого плей-офф, который я комментировал на 36-й студии. В прошлом ролике могли отрывки видеть. Вы, а может быть, видели в инстаграме у меня. Или вообще трансляцию на 36-й. А еще один момент. И 2-1 уже во втором периоде. Каролина повела в счете. Повела вот так вот быстро. Две шайбы подряд забили. Это Фогеле, 13-й номер, забивает эту шайбу. И да, Каролина всех удивила еще в прошлом плей-офф. И я думаю, что в этом они готовы прям 100% повторить прошлое достижение. Но Нью-Йорк хорош. И Панарин в своем интервью сказал, что сейчас вообще непонятно, кто фаворит. Даже не важно, что мы там могли не попасть в этот раунд плей-офф. Сейчас все попали и все в равных абсолютно условиях. Я полностью согласен. Но мы, кстати, пока 10 номера не видим. Вон там он где-то в защиту даже опустился. Но опасные моменты нужны от него. Нужны опасные моменты. Кстати, пишите еще в комментариях, как вы считаете, Панарин может стать лучшим игроком сезона или нет, насколько он правильно претендует на все свои трофеи за достижения в этом сезоне, и как вы считаете, кто вообще, кто должен забирать главные
призы НХЛ. Короче, третий период у нас, самая концовка. Какие атаки у Нью-Йорка, какие атаки. 30 секунд остается. Там, да, пустые, естественно, ворота. Лунквист их покинул уже. И смотрим, ну, потеря, какой силовой, и бросок по пустым воротам, гол, 3-1, Каролина забирает этот матч, 1-0, поведя в серии. Второй матч у нас начинается, мы вроде как в Каролине, да, Каролина на домашней площадке, но в нынешних реалиях никаких зрителей на трибунах нет, никакой домашней площадки нет, все игры проводятся в двух городах, так что мы... знаем, что чуть другая атмосфера нас ждет. Какой щелчок! Какой гол! И это что, опять Паша забил? Да ладно! Неужели? Да ладно! Он просто герой Нью-Йорка! Что делает Павел? Давайте повторчик нам, пожалуйста. Это великолепно было. Смотрите, отсюда щелчком. Вау, как идеально попадает. Я в восторге. Я просто в восторге. Я, наверное, должен быть нейтральный вообще в этой серии, но мне почему-то хочется, чтобы Нью-Йорк прошел дальше. И, может быть, где-то там все-таки с Вашингтоном встретился. Хотя надо и у Каролины взять реванш по-хорошему. Но это во мне болельщик Вашингтона просто говорит. Вы же пишите, опять же, в комментариях ваши расклады на выходы всех команд. Понятно, что на все серии мы прогнозы не сможем делать, особенно в таком формате. Гол! Каролина, но тут арбитр, на него был акцент. Нет, нет, гол засчитан, Каролина сравнивается в этом матче, и у них все получается. Получается отыгрываться, и может быть сейчас опять получится перехватить инициативу. Интересно будет посмотреть, второй период у нас уже начинается, и как раз таки то, о чем я говорил, атаки первые опасные у Каролины проходят. Но у Нью-Йорка Панарин, вот теперь точно вантаймером с коленочки Артемий отправляет шайбочку точно туда, куда надо, то, чего ждут от него. Великолепный здесь пас, и как, ну, идеально, просто все идеально. 2-1, Нью-Йорк повел. Ну, естественно, им надо забирать этот матч. Просто напоминаю, серии до всего лишь трех, они четырех побед ведутся. И здесь при счете 2-0 серия может быть практически уже выиграна. А отыгрыша с 3-0 речи вообще не ведется, потому что 3-0 это уже будет поражение. Гол! Еще один гол от Нью-Йорка, и он засчитан. И... мне кажется, Фаст забивает эту шайбу. Панарин здесь есть среди ассистентов. Мне кажется, что Рейнджерс себе уже этой шайбой победу обеспечил. Хотя еще весь третий период впереди. Я тороплюсь, скорее всего. Но нет, на месте здесь голкипер Нью-Йорксов. Еще одна атака Каролины. Бросок. И смотрите, две подряд опасные ситуации. И с ними справляется Лунквист. Дальше продолжает Каролина атаковать. Еще один бросок, и вновь на месте голкипер. И здесь уже Нью-Йорк в атаке. Много перепасовываются. Щелчок от синий. Но на месте Мразик. Здесь, по-моему, сейв, да, был? Вау, просто очень динамично проходит вот эта наша нарезка. Классные моменты, быстрый темп. Видно, что заряжены команды. 18 секунд уже остается до конца третьего периода. Пока еще говорю третьего периода, хотя мы все прекрасно понимаем, что это концовка встречи. Силовые здесь приемы, но ничего уже не успеют каролинцы сделать. Счет и останется 3-1. Вот так вот, 1-1 в серии у нас. Противостояние продолжается, и мы, возможно, увидим с вами все 5 игр. Третья игра. Madison Square Garden. Как жалко, что мы вот этой вот атмосферы хотя бы через монитор не прочувствуем, потому что там отлично болеют. Не сказать, что прям сверхшумно, но все-таки Madison Square Garden — это один из любимейших спортивных сооружений во всем мире. И многие спортсмены, кто мог поиграть на площадке, неважно, баскетбольной или хоккейной, отзываются очень тепло об этом месте, даже если они не выступали за местную команду. Ладно, смотрим, у нас почти уже закончился первый период. Атаки, вы видите, обоюдные, и там равная достаточно встреча получается. Уже второй пошел период, Нью-Йорк в атаке. Здесь остановочки, ну отсюда Бучневич уже в прошлой встрече забил. Но нет, нет, забивают, но по-другому, но забивают. Самое главное забить же, да? Неважно как, главное результат, как говорится.
Филипп делает счет 1-0 в этом матче. Давайте посмотрим на этот вантаймер. Шикарно, все шикарно. Четко сыграли нью-йоркцы. И еще одна атака. Но здесь Мразик уже выручает свою команду. Есть еще момент во втором периоде. И еще будет один. Непонятно только. Да, вот отсюда бросочек. Но и здесь Мразик закончил спокойно, остановив шайбу. Все, третья часть игры пошла у нас. И Панарин, да, это был он, по-моему, бросал по воротам. Атака Каролины. Еще одна атака Каролины. Здесь что-то у нью-йоркцев получится. Да, получается, но бросок не самый опасный. А вот здесь гол. А вот здесь гол. Каролина сравнивает счет. Вот так вот на отскоке удачно на пятаке там Мартинок находился. Джордан. И он в итоге делает счет 1-1. Ну, да. Как-то потеряли его там защитники Рейнджерс. Что ж, последняя минута третьего периода. И овертайм, все, овертайм первый в этой серии. И Лунквист просто шикарно играет. Но Каролина продолжает атаковать его ворота. Здесь заблокированный бросок. И еще один бросок чуть мимо. И вновь атака Каролины. Рейнджерс, вообще мы в овертайме не видим. Вот, наконец-то, за 7 минут до конца. На что-то они сподобились, но Мразик спокойно берет шайбу. Есть после вбрасывания еще момент. И бросок. И первый овертайм уже к концу подходит. Минута 30 до его окончания. Бросок. И здесь успел защитник, да, подобрать шайбу. Чуть добивание не случилось, но быстрая контратака Рейнджеров без остановки и гол! Вот так вот Нью-Йорк Рейнджерс выигрывает все-таки этот матч. И 2-1 в пользу него становится в серии. Ну и, естественно, с точно таким же счетом закончилась и эта игра. Короче, ждем четвертого матча. А вот он и четвертый. Четвертый матч, который может стать последним. Не знаю, как вы, я... Все-таки хочу всегда видеть больше крутых событий. И поэтому, конечно, можно было бы и пятую боевую игру увидеть между этими командами. Но смотрим. Пока, кстати, Каролина интересней вроде как выглядит. Хотя вот теперь несколько подряд эпизодов у Нью-Йорка. Но здесь Мразик в полном порядке. А здесь перехват от Панарина, он убегает один в один. Что, Артемий, что? Да ладно, у нас один на один не хотят забивать. Уже второй отрезок игры пошел. И уже навал здесь от нью-йоркцев. И три подряд броска, конечно же, закончатся голом. Естественно, по-моему, Зибаниджат забивает эту шайбу. Если я ничего не путаю, да, именно Мика. Именно Мика открывает счет в этой встрече. 1-0 в пользу нью-йоркцев или хозяев виртуальных становится счет. И, конечно, приятно отметить, что вот так переломили, можно сказать, Рейнджеры это... Вот именно этот матч все-таки поначалу казалось, что у Каролины больше моментов. Ну и вот вновь эпизод с выходом 1 на 1. Как переиграть голкиперов этих? Как их переиграть? Я не понимаю. Голкиперы пока, конечно, главные звезды этого противостояния. Ничего не скажешь. Особенно Лунквист. Смотрите, что делает этот парень. И еще один момент. И вновь голкипер вступает в игру. И у нас уже третий период. И у Нью-Йорка... Здесь уже есть свои шансы, чтобы увеличить преимущество, но Каролина не собирается сдаваться и бомбардирует просто ворота Лунквиста. Неужели у него получится и сухими их оставить в этой встрече? Мне с трудом в это верится, но пока они именно такие, вот даже в такой ситуации он выручает и здесь выручает. 7 минут до конца третьего периода. Атака Рейнджеров. Бросок на месте Мразик. Последние секунды. Все так резко мы перешли. Получается, других эпизодов даже не было. Последние секунды этого противостояния. Ну, Рейнджеры смогут удержать сухими ворота. Смогут ли выиграть эту игру? Да, смогут, друзья. Да, смогут, потому что еще один гол в пустые ворота в этой серии мы с вами увидели. И теперь понятно, что Рейнджеры идут в следующий раунд по нашему прогнозу. И это вновь Паша. Это вновь был Паша. Он опять забивает 3 шайбы за эту серию. Ну, ребят, тут даже не стоит говорить о том, кто лучший игрок вот в этом противостоянии. Здесь, конечно, без вариантов. Естественно, это российский хоккеист. Все.
звучит сирена, болельщики Нью-Йорка радуются, конечно же, болельщики Нью-Йорка у мониторов, которые смотрят этот видеоролик, как я вас, друзья, понимаю, сейчас армия у этой команды болельщиков российских или советских подприбавилась, учитывая, что там достаточное представительство наших игроков, и, конечно, многие будут переживать именно за Рейнджерс. Если вы довольны результатом, ставьте лайк. Поставьте лайк просто, если хотите меня поддержать и поддержать вот этот проект, увидеть продолжение, увидеть свою любимую команду. Я надеюсь, вам это все нравится. Не забывайте пользоваться промокодом ВАБОН в закрепленном комментарии, там 200% бонусов, помните, да? И, естественно, подпишитесь на мой инстаграм, он тоже в описании находится. Ну и до следующих встреч. Всем спасибо и пока.